Графики открыть. Я хочу посмотреть. Ух, как все перевернулось. 3К. Вега выигрывали совсем недавно. Все, драка за дракой. Дэнди прыгает на шейкера. И шейкера больше не видят, но наугад дает Дэнди в шейкера. Соник Вейв. Шейк погибает в итоге. Фраг достается Дэнди. Ну что, Штормер спасти своего тиммейта уже никак не мог. Хотя нужно... остается здесь. Посмотри, остается здесь. Может, правда, и по центряк наступить. Я не понял, а что он... делает. Он сентри. А, он байтит. Окей, он байтит просто. Но этот байт может боком выйти. Там команда заходила сверху. Он Луна знал опять. Точно, что там сентри. Он на 100%, либо же ему не сказали. Но шейкер на этом же сентри только что подставился. И Слейер со своим сентри выигрывает сейчас драку команде Вега Сквадрон. Так,